утро, меня зовут Пузи, и со мной сегодня Робзи. И сегодня мы вместе с Робзи поиграем в Draw It! Что рисуй это такое? Что это? Я не знаю, просто какой-то красный экран, мы ничего не угадали. Так, кто рисует? Идите, короче, в баню. Надо рисовать, и здесь он английском, ребят, поэтому мы будем да, сейчас... Да, у нас сейчас выбирается рисовальщик, художник. Бигер Лома у нас. Нет, Big Girl Oma 16, почти давай как Мома. Слушай. Четыре буквы, чувак, вот, это будет нормально. Просто. Вот, нормально, я... Так, слушай, а где писать? Где я писать? Я не знаю, кстати. А можно кикнуть ее? Давай кикнем. В чате, в чате, в чате. А, все. Так, стол. Буби. Стол. Буби, буби. Может стол. Быть, буби? Стол, это стол. Бэби. Бэби. Я не угадал, нет. Буба. А Буба можно? Пофиг, что писать, да, можно? Буба. Да, да, да. Баба. Ну смотри, не? Она нарисовала какого-то человечка, и рядом какая-то тумбочка. Так, это солнышко, нет? Может быть, это какой-нибудь тейбл, типа стол? Табы. Нет? Нет, нет. О! Оби! Оби! Да, я угадал! Оби! Серьезно? Быстрее пиши Оби! Да, 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 да! Ура! Нифига себе! Вот давай кик. Сделаем еще вот и кик. Я хочу кикнуть ее. Так, давай, сейчас? Кикнем ее. Я нажал вот кик. Да, я тоже нажал вот и кик. А что, надо мне тоже угадать? Нифига, там у чувака какого-то 57 очков, он там, видимо, уже час залипает в эту игрульку. Хаскер какой-то, слушай. Так, но все, теперь ты будешь просто рисовать. Все угадали. Я твою 100% угадаю. Ну давай, давай. Ты знаешь, что я нарисую, да? Да. Это злобный ехидный смех. О, я рисую, да ладно. Давай, давай. Так, окей. Давай, давай, давай. Я сейчас буду рисовать, я не буду давать тебе никаких подсказок. Нет, а смотри, слово на русском писать, давай для меня, они не угадают. Так, это... Блин, я уже неправильно рисую. Это какой-то кот? Это собака? Ну, близко, это не кот, это не совсем кот. Кот это кто? Котопёс? Кто кот? Кто кот, объясни мне. Кто кот? Не знаю. Кто? Кто он? Кот-енот? Нет, кто кот? Кот, это кто? Кот-обормот? Смотри, уже чувак один угадал, если что. В смысле? А ты на английском загадал, что ли? Да! Что это такое? На русском нельзя. Ну, подумай, а что это такое? Что это такое? Кот? Подожди. Черно-желтый. Подожди. Что же это может значить? Может быть, кот это шмель? Я угадаю. Может быть, кот это насекомое? Сейчас, animal. О, ты угадал, о. Да. Я умею легко угадать. Я любое угадаю сейчас слово, но я тебе говорю. Ну это было несложно, чувак. Да вообще изи. Камон. Animal. Половина игроков не угадали. Я зато угадал. Я угадал, я шарю. Понимаешь, я молодец. Так, идет выбор. О, ты рисуешь. Так. Давай что-нибудь попроще, плиз. Прошу тебя, что-нибудь попроще. Чтобы мы вообще смогли легкая, угадать. Легкая, я тебе говорю, ты угадаешь легкая? По-любому, да. Так, что это такое? Это всё. Человек. Человек зелененький. Это пришелец какой-нибудь? Нет. Хуман? Нет. Смотри, как нарисовал. Во, красиво, красиво. Это Шрек? Нет. Может быть, я напишу Шрек и угадаю? Нет. Неправильно. Что такое? Это портал? Нет. Рик и Морти? Нет. Да ладно. Так. Ня? Нят? Что значит нят? Ням-ням. Ням-ням. Зили-боба? Ну блин, ну серьезно, это легко! Ну смотри! Да в смысле? Ну что ты, ну чувак, смотри. Ест какую-то жвачку! Не жвачка! Ням-ням, зеленый человек! Кто знает зеленый в Роблоксе? Зеленый! Зеленый в Роблоксе? Шрек! Нет других! Шрек! Нет других зеленых! Ну а кто еще? Зумми! Зумми? Зомби! Ну мозг! А, блин! Я написал, слушай, чувак! Черт, я реально думал какой-то зумми. Ну думал, там был какой-то ник. А это зеленый зомби. Так написал бы Brain, типа, что это мозг. Зачем? Это слишком просто было. Я думал, что это какой-то портал, и это Шрек, который телепортируется куда-то в портал. Ты меня запутал. Ты меня запутал. Это зомби был. А что они еще не рисуют? Теперь 5 букв. А что они еще не рисуют? Я сейчас отгадаю. Там вообще... Е. Смотри, первая буква Е. Так, полосочка, хорошо. Е. Так. Ребит? Я не знаю. Нет, это точно я угадал! Ребит. Ха! Я угадал! Что это? Что это? Что это? Быстрей! Ну что это? Это круг? Это круг! Е-эрф? Эрф. Эрф. Нет, что это? Ебитх. Есть такое слово? Ебитх. А! Это ирф! Земля!
Это просто было. Ну, чувак, я не мастер в угадывании, понимаешь? Да ладно. Меня никогда мои друзья не зовут играть в крокодила, потому что я тупой. Потому что ты сам крокодил. Критично, да, потому что я сам крокодил. Чуваки, я зеленый. Вот и все. Слушай, а прикольная игра, мне нравится, слышишь? Где ты ее нашел? Блин, ну ты прикинь, я почти угадал. То есть я первое слово, которое назвал, рандомное, да? Я самый первый, кстати, угадал. Блин, я на одну букву ошибся, ты прикинь, я написал «эрф». А нужно было написать «ирф». Да? Серьезно? Да. The capital of Great Britain, знание английского языка. Так, нужно фокусироваться именно на рисунке. Нужно думать. Биг Бой Боба, давай. Итак, Леонардо да Винчи. О, это будет сложно, кстати. Это будет, кстати, сложно. Сейчас да Винчи что-нибудь загадает, какие-нибудь там схемы летательного аппарата. Четыре буквы. Так, поехали. Ну? Ну? Х. Х, последнее. Х, хорошо. Уже кто-то угадал, как это? Их. Пих. Что, он еще не рисует? Пих. Нит. Уже двое угадало. В смысле? Что означает итх? Что это может быть? Без понятия. Битх? Утка? Ванна? Что это? Китх. Питх, ритх, матх. Нет. Нет. Мы, кажется, уже все перебрали. Ситх. Ситх! Да, может быть, это ситх? Нет. Это была тупая идея. Ситх не так пишется. Ладно, окей. Я не знаю, что это. Фи. Филх. Филх. Филх? Нет. Что он пишет? Что он делает? Я не знаю. Он пишет просто фи. Пози, я твой подписчик. Филх. Так я писал так, Филх. В смысле Филх? Фиш. Фиш, блин, это была рыба. Ну нет, он неправильно играет, это да, тупой он, игрок. Он даже рисовал не рыбу. Можно типа, его кикнуть это вообще сразу. Да, давай просто. кикнем. Сорян, я конечно, нагал, подписчик, но это вот и кик. Да нет, так нельзя, ты что? Ну, это не смотри, тут уже будет больше буков, тут 7 буков. Ух ты, ёшу. Черный цвет. Может быть, это Space? Не, космос, нет? Universe. Может быть, это Universe? Типа вселенная. Universe. Нет, не подошло. Очки. Очки. Glasses. Glasses. Так же пишется? Да, я угадал! 16 баллов у меня. Как там пишется это glasses? А вот не скажу. Первая буква Г, последняя S. Glasses. Да, ну я это понимаю, что так. Glass. Две L, братан, две L. Серьезно? Две L, бро. Две L. Да ладно, я шучу. Две S. Да, пиши медленно. Г, Л. Ааа, я спешу. В конце две С. В конце две С. Две С на конце. Да ладно, я пошутил, я затроил тебя. Две С посерединке. Glasses. Ты что, не угадал, что ли, Робзи? Иди в баню. Ты не смог угадать? Нет, я не помню, ты как не смог пишется правильно glasses твои. Это же очень просто. Я первый назвал, понимаешь, а вписать я не смог. Нормально вообще? Сколько людей вышло? Они ливнули. О! Так, понятно все. Пошло. Так, ну смотри, я начинаю рисовать. Так, это у нас... Четыре буквы. Это просто. Да. Это у нас вот что-то желтенькое, да? Это письки. Тут у нас что-то зелененькое. Такое зелененькое, красивенькое. Тут у нас дальше вот так вот идет. Вот так вот. Вот это вот что-то интересное. Опа. Мне предлагают тебя кикнуть. Торчит из травы что-то. Тут у нас летающая тарелка прилетает. Над чем? Над чем же она прилетает? Блин, вот давай, Робзи. Оно так вот озаряет. Если бы это было на русском... Луч. Но это поле. Поле. Четыре буквы, бро. Там еще есть вот это. Как это нарисовать? Так, ладно, окей, смотри. Вот это подсказка тебе. Подсказка! Где это применяют? Это применяют на ферме! Ферма? Фарм, пиши быстрее фарм. Это подсказка. Одна. Вот. Последняя. Все, изи. Я говорю, в легкую вообще. Смотри. Видишь? Два человека только угадал. Я в легкую угадал. Without space, чувак пишет. Ну да, конечно, по буквам подходит. Without space, легкая, там в галактике. Давай. Четыре буквы. Что-нибудь такое, чтобы мы точно смогли отгадать. О, фигушки вам. Давай, ну легкая. Что ты загадаешь? Легкая. Легкая, пять букв. Легкая. Так, это у нас какой-то кружок. Опять какой-то чувак, это снеговик. Обоссанный снеговик! Нет? Ладно.
Какая-то красная шляпа? Это Папа Джонс? Нет. Это стол заказа какого-то. А, это грибочки. Да. Это чувак, который собирает грибы в лесу. Нет. Это гном? Да? Смурфик? А как нет. он пишется? Ну там же слово, там буквы есть подходящие. Ищи, думай. Бади, я не знаю, там Гренни, бабка Гренни. Нет. Это что такое? Это кубики. Он кубики. Головой Майнкрафт. Бьет их. Головой. Марио! Ну да! Ну! Марио, окей. Какой-то чувак, который собирает грибы в красной шляпе. Блин, ну ты понимаешь, насколько у меня мозг сейчас не соображает? Я сам дал себе ответ. Я сказал, какой-то просто. Чувак в красной шляпе собирает грибы. И я такой, а, действительно, кто же это может быть? Ну блин, это просто, чувак, грибы, все, да я думал, Марио. Это какой-то грибник. Грибник. Так, что это такое? Так, это что-то красное. У чувака лагает явно. Это что-то... Он рисует как-то странно. Так. Гоголь, пиши Гоголь. Я угадал. Может быть, это... Я угадал. Гараж? Нет, я угадал. Это легкое слово. Вообще идеально. Я прям сразу угадал. Гоблин. Нет. Гоблин, да, подходит. Нет, это не живой предмет. И несуществующий. Нет, существующий, Гарден... но это не предмет вообще. Сад может быть какой-то, подсказать нет? тебе? Ну, ладно, я дам 5 секунд. Давай, подсказывай. Думай пока. Подсказывай. 5 секунд останется, я тебе скажу. Значит, это не так... Уже, она рисует слово это. Ну! Го. Гоблин! Да это гоблин! Гу! Г! Давай быстрей! Гугл! Ну все, я угадал. Это Луизи, на самом деле. Гугл. Гугл, ну, ребят, я знал, что это был Гугл. Я просто прикалывался, да, чуваки. Конечно знал. Я просто троллил вас. Я знал, что это Гугл. Так, а вы что, думали, я хочу рисовать. Гугла, а, я угадаю. Же рисовал недавно, да? Так, 5 букв, 6. 6 букв у нас. Да, 6 букв. Давай, ну ты кроссворды круче меня решаешь, а давай. А изикатка, смотри. Л. Так. Глассос опять. Слушай, это какое-то растение, скорее всего. Это одуванчик. Это легко. Флауэр. Да. Флауэр, это легко. Смотри, у меня на 2 поинта больше, чем у тебя. Ну, ты бы уже чуть-чуть раньше написал сейчас флауэр. Я тебе подсказал с гуглом. Если не подсказал бы, ты был бы все там далеко. На нет, дне. Нет, я на был дне. Бы на 2 балла меньше, так что все. Идите да вы знаете куда. Окей, сейчас нарисую. Такое ты не отгадаешь никогда в жизни. Да ты не нарисуешь. Ты не будешь рисовать. Я красиво 100%. Рисую. Давай. Я красиво. Знаешь, как я рисовал? Да? Что ты такой? А, он до сих пор продолжает рисовать. Я, кстати, никогда в своей жизни не умел рисовать. Вот я честно. Очень красиво рисую. Ты видел? Не, я рисую просто ужасно. Я вообще не умею рисовать. Ужасающе, крипово, я бы сказал. Я не умею рисовать, поэтому это не мое призвание. Часики подходят к концу. Не все угадали. Кого выбрали? Пикнули кого? Не знаю, меня. Меня, конечно, меня, по-любому, пожалуйста. Да? Реально? Не знаю. А, нет, это It's Say Mario Hero 12. Здесь рандомно выбирается, понимаешь? Тоже 6 букв. Легко. Так, это у нас зеленая. Зеленый прямоугольник. Квадратная штука. Доллар. Доллар, да. Доллар, все. Я угадаю. Блин, я опоздал на секунду. А, не, я все равно на 2 поинта больше. Ну, у тебя потому что мы Мадрина, кстати, нажали. У нас было на 2 поинта разница, и сейчас 2 поинта разница. Да, 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 да. Возможно, просто чат немного залагал. Не, ну слушай, это прикольно. Я хочу, чтобы ты все-таки что-то нарисовал. Хочу дождаться этого. Жгучего момента. Я красиво. Знаешь, что рисую? Ты будешь просто в шоке, понимаешь? Они что, даже не все, ого, что ли... Зашел какой-то батек, смотри. А, 7 килл, 5, 312 поинтов. Нифига себе! Ну он, кстати, все, не угадал. Сейчас он будет угадывать просто как семечки. Не, он два раза уже не угадал, понимаешь? Нубище какой-то. Может быть, он просто сидит в АФК, ему поинты начисляются. Может быть. Надо его кикнуть, кстати. Можно как-то. Давай, кик. Нельзя. Пиши кик. Вот и кик пиши. Плиз. Так, ну выкинет. Что, давайте меня, давай. Либо тебя. Давай, я сейчас. Твоя сейчас очередь. Да, все. О, все-таки реально по очереди. Все, давай, все. Так, давай. Легкая. Чё? Легкая. Сколько букв? Угадывай. Ты что, прикалываешься? 9 букв. Давай. Так, это радуга? Рейнбоу? Нет. Да, это я очень просто рисую, я тебе говорю, тут угадать просто изи. Это фонтан какой-то. Изи-каточка. Фонтейн?
Нет, как будет водопад? Не фонтан. Я не знаю, это водопад. Но я не знаю, как пишется водопад. А вот узнай. Waterfall, я не знаю там. Мегафон. Потряси смотр. Но это водопад. Блин, ну, Waterfall. Да. Да, угадал. Я же, это было логично. Я просто загадал, понимаешь, вообще изи. То есть окей, здесь... чуваки, на этом наш ролик подходит к концу. Робзи не умеет рисовать. Позже увидимся тоже. С вами в следующих видео. Пока. На меня, на него, пока. Да, пока.